избивали в СИЗО, ой, в тюрьме там его, и подсаживали двоих человек в камеру с органов власти, там они тоже его били, не пропускали. Письма, жалобы его, куда он везде пишет. Он потом объявил голодовку в связи с этим. Начальник СИЗО это самое подошел к нему и сказал: если ты будешь болтать маме что-нибудь лишнее, скажешь, мы свидания тебе больше не дадим и посадим тебе в карцер. Приходит к нему в камеру туда, это самое, и ни с того ни с сего, не объясняя, начали его избивать, избили его, закрутили ему ноги, закрутили руки и закрутили шею. Потом они взяли, вставили в нос ему трубку и вливали какую-то жидкость. Он говорил: давайте в рот, зачем вы мне это делаете? Вы не показываете лицо. Почему? Вы знаете, что сына осудили, конечно, а вот люди считают, что и мы тоже убийцы, это самое, что мы воспитали так сына. Я не хочу разговаривать с вами, вы убийцы. Было, было. Это так сказал один из соседей? Из соседей, да, с нашего дома, мужчина. У Игоря двое деток остался, маленькая девочка, 3 годика, и сын. Боремся, борюсь и я, и он. Ну, жалобы не пропускают. И он поэтому просит меня: мама, обратись за границу, за рубеж. Может, там кто нас услышит. Здесь не слышит никто буквально. Каждый держится за свое место, за свои погоны. Насколько я знаю, вы же обратились в комитет ООН по правам человека. Зарегистрировано, приняли. Ну, надежда какая-то есть. Может, они помогут. Еще мы боимся с мужем сейчас вот каждый раз почту эту боимся смотреть, эти письма, чтобы не пришло с СИЗО, с Минска, что расстреляли мы. Беларусь – апошняя краина у Европе, где захавалось такий вид покарания, как смиротное. Умовы утримания и обмежеваний признаны международной супольностью как жорсткое и бесчеловечее обыходжение, как для особ, приговорных до смерти, так и для их свояков. Сусветный день супрасмиротного покарания в этом году проходит под девизом «Годность для всех».